Всем добрый вечер. Мы пришли, значит, на набережной реки. Есть такое кафе, но вот необычное опять, как вот в Пятигорске, помните, я вам рассказывала? Есть там ролик черно-белое. И вот вы знаете, у них авторские блюда, тоже всякие разные. Вот сейчас молодой человек расскажет. Мы специализируемся на приготовлении традиционной чешской выпечки. Эта булочка называется тердельник. Сдобное дрожжевое тесто, сахар, корица, орешки сверху, сладкие начинки внутри. Основное, как бы, такое, фишка этого продукта, то, что он поедается горячим и запекается под заказ. Они не лежат на витрине, ну, за исключением демонстрационных образцов. А под заказ запекается каждая булочка 5-6 минут и поедается горячим. Это очень круто. Помимо булочек мы делаем несколько видов своего авторского кофе. Это Калининграда, это сейчас мы вот сейчас вот так переведем и покажем вам все вот это вот и цены, и вы расскажите вот непосредственно, вот, допустим, тридельник, что такое тридельник. Ну, это вот эта булочка, про которую я и рассказывал, она так называется, вал, на котором они пекутся, называется тердельник, а булочка тридельник. По кофе наша гордость — это сырный латте и раф марципан, напитки разработаны самостоятельно нами, без использования каких-либо сиропов или готовых смесей, только на натуральных продуктах. Так, вот здесь вот такой есть. Да, большой ассортимент тордельников, начиная от классического, продолжая тордельниками в посыпке, с начинкой, с битыми сливками и королевский тордельник, это вариант с мороженым. Самый вкусный, самый крутой, это вот будет вот этот вот по 450 рублей, но очень, я думаю, вкусный. Да, очень большой. Так, значит, есть еще... Это восхитительно-прохладительные наши сезонные предложения. Пинаколада, мохито. Здесь бы я выделил уникальный лимонад Чики Бомбони. Это тоже наша разработка. Очень вкусная и интересная штука. Ну вот смотрите, кофе и не только. То есть есть оно разное-разное. Кремончита. Дальше фильтр кофе без лимит. Горячий шоколад, какао. Из холодных, значит, это фраппе. Айс кофе, бамбл кофе, экспресс тоник, облепиховый чай. И вот смотрите, это вот как бы макеты, но это будет именно то, что вот сейчас они выпекают. Это макеты. Ну да. Почти. Да. Осталось только начинка. Да. Вот смотрите, это вот идет с корицей. Это просто как, ну, посыпочка. Лазурь, это кокосовая стружка, есть ореховая, шоколадная крошка. Ну и внутри булочки начиняются уже различными начинками. Ну вот так вот. Ну и здесь тоже, вот смотрите, то же самое, наверное, что и там. Ну что, мы сейчас что-нибудь закажем? Посмотрим. Сейчас что-нибудь закажем. Одному давайте хватит. Тем более вечером уже после 6 сгон. Один классический. Ну и что там? Из напитков что? Два кофе давай возьмем. Какой кофе? Так, ну, смотрим. Выбирай. Ну что, выбирать? Давай, вот из этого. Да. Ну, простенький возьмем. Ну, да. Ну, давай, говори какой-нибудь. Ну, давайте одну капучино, одну латте. Так, булочку ставим запекаться, как я говорил, готовится будет минуточек 5 минуточек. Напитки вам сделать сразу или с булочкой? Давайте с булочкой. Все, хорошо. Смотри, какой кофе принесли. Интересно. С такими этими. Ну, надписи в кофе такие интересные, красивые. Они, смотрите, даже какие. Покатишки тоже. Да, королевские тордельники. И вот такой вот. Ага. Такое. Смотри, это авторского изготовления? Да, да, да. И такая красивая подача. Ну, две трубочки, как обычно, всегда. Вот эту авторскую подачу сейчас попробуем, что это такое интересно. С чем ее едят и как вообще. Ну, отрывай, да, смотри. Дрожжевое тесто, да. Оно типа рулетиком. Но она накрученная. Накрученная. Да, он же показывал.
Спасибо. Тебе говорить свои мнения. Ну как? Нормально. Ну ладно. Посидим, попьем кофе, пойдем на вечером, вот сейчас на реку. Посидим до самой темноты. Все, пока.